Привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья и разговорный марафон». Выхожу на ходьбу, хожу 10 тысяч шагов и больше, потом включаю телефон, записываю видеоотчет, что я в этот день ходила, а потом еще разговариваю про что-нибудь, что придет на ум, да? И вот это все называю марафоном. И сегодня уже 234-й день моего марафона. Марафон ходьбы и здоровья. Но здоровье — это понятно почему. Потому что движение — это жизнь. Ходьба — это здоровье. Логично, да, логично. Вот так. Был сегодня дождь. Людей мало. В общем, очень супер. Супер ходить было. Даже такое расслабление, что я прям чуть ли вот уже скоро выходить из леса. Я забыла записать. Забыла записать отчет свой, да? Ну, если бы я забыла, это бы как бы было чуть-чуть обидно. Да, но ничего страшного. Но только обидно, да? Потому что каждый день. Вот. И, как говорится, зарегистрировано, да? Каждый день видео. Выходите на ходьбу, набирайтесь позитива, здоровья. Настроение, от позитива. Что у меня сегодня? Как я вошла в лес, что меня, говорит, рассмешило. Там есть у нас такая полянка, там собачники. Собачников много бегают, собачки гуляют. И вижу, проходит большой пес с мужчиной, с мужчином. И вижу потом в стороне женщину такую нервничающую, нервничает. И ко мне, кричит. А вот здесь такой куст красивый. А такой запах. И я не знаю, что это за куст. Но запах чудесный. Вот. И эта женщина нервничает. И кричит ко мне. Там громила. Ко мне! И я думаю, ну все, сейчас две собаки, будет драка, если так женщина нервничает. И потом начинаю глазами искать, где же эта собака. Смотреть, смотрю, 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 не нахожу. Потом вижу, она подходит, наклоняется к собачке, берет вот такого вот щенка. Щенка, собак, да, уже просто меньше кошки. Ой, на руки и говорит: ты что, хочешь, чтобы тебя съели? В общем, полный позитив, полная хохма, да? Вот. Но дело в том, что громилу эту я уже видела. И эту ситуацию я уже видела. Вот. Ну вот я не узнала женщину эту. И... Вот, потому и не догадалась, что это та же самая громила, что уже было. Точно такую ситуацию я уже наблюдала. Вот. Не знаю, что сказать. Ветер не такой уж сильный, можно было о чем-то поговорить, но я не знала, что ветер успокоится. Так что просто выходите на ходьбу, набирайтесь от ходьбы здоровья, позитива
от увиденного. Как говорится, что можно увидеть? Что угодно. Белочки, птички, ящерицы, змеи, да? Гадюки, да. Тоже грибы. Мухоморы сегодня были. Мухоморчик я видела. Значит, если есть мухоморы, значит, будут грибы. Как? Я не знаю. Такая тишина. Только что был ураганный ветер. Волосы мотляло, как не знаешь что. Но все равно уже не буду поднимать никаких тяжелых тем. Есть такая хорошая, очень хорошая пословица. Не бери тяжелого в руки и дурного в голову. Так что, а вот и ветер. Так что... О чем-то серьезном действительно не удалось бы поговорить. А мне нужно выбрасывать из моего лексикона так, что... Буду исправляться. Пока-пока.